очень рад вас видеть. И представьте себе, пожалуйста. Чебанов Константин Олегович. Я главный врач 4-й многопрофильной клинической больницы города Днепропетровска. И расскажите, пожалуйста, о вашей клинике. Наша клиника существует 25 лет. За 15-й год мы госпитализировали в клинику 30,5 тысяч человек. 8 тысячам проделаны оперативные вмешательства. Я думаю, что наша клиника является одной из крупнейших клиник Днепропетровской области. В клинике 15 лет идут клинические испытания препаратов, возглавляемые профессором Бондаренко. Очень многие люди из тех, которые находились в клинике, получили адекватное, полноценное, планомерное лечение теми препаратами, которые были предоставлены на тот период времени Соединенными Штатами и Европой. Уже более 2 лет мы выполняем исследования препаратов, предоставленные фирмой Samsung. За этот период времени мы получили блестящие результаты, и нам есть чем гордиться, потому что наши больные получили адекватную терапию в данный период времени. И ваши больные принимали это лекарство, и как они реагировали? Многие больные, которые включены в эти программы, являются больными с онкологической проблематикой. Это понятно абсолютно, что без адекватного лечения они не имели бы шансов для продолжения своей жизни. Эти больные получают адекватную терапию своему состоянию, и у них есть шансы на выздоровление и на продление своей жизни. Из-за этого исследования как клиника реагирует? Я думаю, что все врачи клиники с честью воспринимают возможность. И пациенты, поверьте мне, с радостью лечатся. И последний, как вы хотели, Samsung, там, который вам это сейчас дал этот исследование, вы какие-то слова хотите сказать? Я хочу сказать прежде всего огромное спасибо фирме-организатору, которая позволила нашим пациентам иметь шансы на выздоровление. Я очень благодарен за внимание, доброту, за все то, что позволяет иметь шансы людям, которые бы в других условиях не имели бы этих шансов на выздоровление. Спасибо вам большое. Спасибо вам.